Детский гематолог Бударин Михаил Александрович. Специальность – гематолог, детский гематолог, онколог, педиатр. Стаж работы – стаж 25 лет, опыт работы, образование, 1994. Российский национальный исследовательский. Медицинский университет имени Н. И. Пирогова, педиатрия, базовое образование. 1995, Омская государственная. Медицинская академия, педиатрия, интернатура 1997. Российский национальный исследовательский. Медицинский университет имени Н. И. Пирогова, детская онкогематология, ординатура 2000. Российский национальный исследовательский. Медицинский университет имени Н. И. Пирогова, онкология. Аспирантура.